Добрый день. Сегодня 1 августа. Незапланированное видео. Проезжал просто мимо поля. Зашел глянуть. Здесь, на этом поле-то, покровные культуры у нас посеяны. Все повторяется с точностью, как в прошлом году. Нет дождей. Жара за 30. И, в принципе, все покровные культуры, ну, за исключением вот проса. И то, конечно, видно угнетение на просе. То есть покрученный лист, сожмаканный. Вот. Оно еще более-менее как бы живое. А все остальное, вот можете наблюдать, вот редька. То есть просто погибает от жары, я так понял, от недостатка влаги. Зацвела, листья повяли. И все, и просто пропадает. То же самое я в прошлом году наблюдал, что к августу месяца у нас из покровных культур осталось только проса и сорга. Все остальное погибло. Даже падалица ячменя в прошлом году сгорела. Вот фацелия еще такая. Ну тоже вот она уже сильно угнетена. Уже вянет. Вику практически уже найти невозможно. Уже вика пропала. Ну вот смотрите, вот вика, тоже уже все завяло, поникло, пожухло, то есть уже ей ничего не интересно здесь в этой жизни. Вон горох, уже скукожился. Вот тут редька даже, он уже стрички повыкидывала. Но листвы уже нет, то есть ботва уже посохла. Просто местами метелку повыкидывала. Ничего хорошего. Все повторяется, как в прошлом году. То есть нет осадков, нет ничего. То есть, ну вот еще фацелия. Еще немножко жива, но я думаю, что если еще неделю такое пекло продержится, то все здесь накроется медным тазом. Поэтому подождем еще недельку. Ну и, наверное, если ничего не изменится, зайдем и побрызгаем, заклифосатим. Уберем падалицу, уберем что здесь будет, там, включая бурьян, который там растет. Вот. То есть все это поубираем, ну и уберем прос, чтобы не образовало зерна, чтобы опять у нас тут не было проблемы с мышами курганчиковыми. Ну, вот фацелия, вот что с ней, все настрадает. Вика еще более-менее тут в этом месте конкретно. Это с учетом того, что здесь убрано все учесывающей жаткой. Большой слой соломы лежит. Вот. Ну, не знаю, тут руками лопатку не брал. Оно сухо. Ну, вот как выглядит редька. Так что очень грустно с пожневным посевом. Но я его опять загустил, то есть даже с учетом того, что здесь сеял 25 килограмм против прошлогодних 40, я думаю, что надо было сеять килограмм 7-10, не больше. Может быть, тогда нам себя бы лучше чувствовал. А так получилось сильно загущено, наверное. От этого и страдает. Ну, это я так думаю. Как там на самом деле, не знаю. В общем, поглядим недельку, если дождей не будет. Наверное, придем, забрызгаем все. А потом посмотрим, может быть, попозже осенью еще посею, ну, каких-нибудь, наверное, может быть, просто бобовых. Смесь какую-то. Может, до зимы что-то вырастет. Ну, тоже
даже при всем при этом неплохой покров образован. Немало массы растительной тоже выросло, нагнало. То есть в принципе можно считать удовлетворительным. Получается, как бы мы не выходит у нас по американской схемке. У нас рано убираются зерновые. И получается, сколько прошел месяц, грубо после уборки, там чуть больше 40 дней после уборки зерновых, и мы имеем уже вот в таком виде покровные культуры. А что будет к 1 сентябрю? Просто сформирует метелку, у нас тут будет непонятно что. Поэтому, наверное, все-таки придется. У нас тут надо сеять или два раза покровные культуры, или сеять один раз попозже, осенью, чтобы они уходили в зиму и замерзали естественным образом. Чтобы не тратить на них еще глифосат. Наверное, так, я думаю. Или сеять типа проса сорта суданка в первую серию, потом убирать глифосатом вместе с бурьянами, которые к этому времени там прорастут. И потом уже к зиме ближе, то есть сеять смесь каких-то там других культур, в зависимости от того, что будет сеяться в яровой группе. И уже отпускать в зиму, пусть замерзает. Что второй год, и вот так, и второй год мы натыкаемся на ту же самую проблему. Что в жару все высыхает, все пропадает, остается все равно только прос. Ну, посмотрим через неделю, что здесь будет. Да, и кстати, по поводу, вот здесь убрано, отчесывающей жаткой, вот тут солома, необработанный участок, вот, и сейчас выйдем на край поля, и была сделана противопожарная полоса, и посмотрите здесь состояние тех же покровных культур. Чистое несчастье, не на что смотреть, и здесь. Вот она граница. И разница. Вот это сохранение влаги. Я что думаю, тут комментировать нет необходимости.